Всем привет! Ну вот и прошла моя первая ночь в Алании в отеле Васа Троечка. Короче, девочки, я сегодня первый раз в отпуске, я замерзла. Обычно страдаем от жары, а я сегодня околела ночью. Вот лежу под двумя, так скажем, турецкими покрывалами, или как они называются. В общем, я конкретно замерзла. С вечера было душно. Я включила вот кондиционер. Ну и ночью, конечно, я его выключила, и все равно прохладненько. Как-то в Турции не лето все-таки, а осень. Сейчас посмотрим с вами, что творится на улице. Конечно, я приехала, устала. Как не знаю что. Сутки не спать. Это вообще пипец просто. Девочки, кто ночами работает? Бедные, как вы работаете? Я вообще ума не приложу. Я ночь не поспала, я вообще никакая. Не снимать, ничего делать, ничего не хотелось. Посмотрела ваши ролики вчера по-быстренькому. Все-таки посмотрела, все-таки YouTube затягивает, зараза. Отписалась своим детям, родным, что я доехала, что у меня все нормально. И отключилась. Сейчас время уже 10 утра. Ну, по-нашему, по-местному, по-турецкому 8. И вот я только встала, только проснулась. Так что пойдемте посмотрим, что там за погодка сегодня. Надеюсь, погодка сегодня будет расчудесная, потому что мы вчера приехали в Алании, шел мелкий дождичек, пасмурная погода была. Но и вечерком уже ходили как бы в кофтах люди. Ну все, пойдемте посмотрим. Спать, конечно, шум от дороги мешает. Даже при закрытом балконе слышно, как ездят машины. Инна Судакова, у нее тоже второй этаж. Тоже вот дома местных я вижу напротив меня. Я не знаю, как она живет на втором этаже, тоже у дороги. Мне кажется, не камильфо совсем. Ну и вот мой балкончик. Ну да, не жарко на улице, градусов может 20-18. Вижу мокрый асфальт. Видимо, шел дождь. Вот такие тучи в горах. Там тучи. А тут как бы голубое небо. Непонятно, какая сегодня будет погода. Обычно в это время я брала полотенечко и бежала купаться на море. Но сейчас, конечно, с этим не проканает покупаться с утра на море. Вот напротив кафешечка. Ну и ладно. В принципе, я на море накупалась. Совсем недавно была на море. Поэтому ждем, когда погодка разойдется, я надеюсь. И я вас свожу на море. Посмотрим с вами морюшка, морюшка. Вот как-то так вот. Вот показываю еще раз номерок. Время уже час дня по местному.
Вот такая погода. Время обеденное. Ну вот, тучки рассосались, скажем так. Там вон вообще чистое небо. Ну и мы идем с вами на море. Кондер я вообще не включаю, потому что не жарко. Как-то так, не холодно и не жарко. А мы идем с вами на море. Кто со мной? Пойдем. Ну и вот мы с вами вышли из отеля. Ездят фуникулеры. Фуникулеры ездят на крепость. Ну и идем. Вот наш основной корпус. Вон там вот. Ну а мы идем прямо. Ну и вот мы с вами пришли на пляж Клеопатры. Вот я пришла вот оттуда, перешла дорогу. Вот он находится, музей Алании, Аланийский музей. Ну там артефакты представлены исторические. Кому интересно посмотреть про этот музей, Елена с Урала, канал у нее называется, она делала обзор на этот музей. Так что вот. Ну а мы с вами идем на Ататюрк парк. Заходим. Тут вот делают кукурузку. Ну и мы идем дальше с вами на пляж, катаются кабинки на Аланийскую крепость. А мы идем с вами на пляж номер 2. Пляж номер 2 от нашего отеля. Нам дается на нем бесплатно, бесплатные лежаки. Капец, я что-то два слова связать не могу. Что со мной такое случилось? Вот еще иду и думаю, надо, наверное, ролик обозвать по следам Инны Судаковой. Потому что, насколько я знаю, она всегда проходила на пляж Клеопатры вот по этой дорожке. Ну и, конечно, кто-то скажет, что я хайпую на ее имени. Ну да, хайпую, а почему бы и нет? Все, кому не лень, ее обсирают, обсуждают, делают даже прям каналы, посвященные ей, посвященные обсирке не только Судаковой, но и всяких разных блогерш. Хайпуют по полной программе на них. Но я не из тех людей, чтобы обсирать, кого-то обсуждать. Все мы разные, все мы со своими тараканами в голове. Обсуждать, обсирать я никого не собираюсь. Все живут своей жизнью, как могут. Кто-то дружит с головой, кто-то не дружит с головой. Так что вот, как-то так.
Ну, а я хайпану на ее имени. Я думаю, ничего такого в нем зазорного нет. Как-то так вот. Ну, а мы с вами подходим к пляжу номер 2. Погодка чудесная. Слышу, на пляже орет музыка. Такой вот красивый парк. Интересно, какое море. Штормит, не штормит. Такие кактусы тут. В общем, классно, классно, конечно. Классно, классно, конечно. Ну и мы... Ну и наступает самый интересный момент. Мы с вами заходим на пляж Клеопатры. Вот она, волейбольная площадка. Никто что-то не играет. Вот она, дорожка. Ну и мы с вами идем занимать лежачок. Вот. Я отключаюсь, играет музыка. Вот я уже расположилась. Ну что, я так хотела огня, я так хотела любви. Я ты-ды-ты-ды-ты-ды-ты-ды, только ночью позови, мечтала, слов не знаю нифига. Привет, Талания. Приветик, Турция. Песочек тепленький, тепленький. И морюшка, наверное, прохладненькое. Ну, здравствуй, море. Ну и что я вам скажу? Приезжайте в Турцию в ноябре месяце. Не жарко. Водичка комфортная. Я раздеваюсь и пошла купаться. Тут, конечно, плита. Пойду вам туда, чуть подальше. Так. Инуськи тут не наблюдаю. Людей много, люди загорают, балдеют. Всем девочкам передаю привет. И я начинаю кайфовать. Кайфуем. Сегодня я одна кайфую. И вспоминаю обо всем. Вон мой розовенький лежачок. Розовенький. И я пошла раздеваться. И в морюшко. Все, отключаюсь, а то играет музыка. Всем пока-пока. Привет от Ленки.